Всем привет! Всем привет! У нас сегодня новый день. У нас стоит жара. Жара под 50. Зато у нас есть вот такая красота. Красота и уже и жара в Краснодарском крае. Даже разговаривать, я вам скажу, очень сложно. Так вот, что хотела бы объяснить нам многие, не многие, но есть кто пишет, почему у вас в огороде столько травы. Расскажу. Не первый год рассказываем, но повторюсь еще раз, расскажу. У нас там еще морковь, у нас там еще свекла. Что у нас еще там? Картошка. Нас, по крайней мере, здесь так научились соседи. Потом, с кем мы здесь общаемся, они точно так же поступают. Почему? Не убираем сорняк мы в это время. Сначала мы все убирали, чистили огороды, чтобы было у нас красиво, чисто, боролись с сорняком. А потом все просто оставили по одной причине, потому что у нас здесь сильная стоит жара под 50. И просто все горит. Просто все горит. Если мы уберем весь сорняк, у нас не будет ни моркови, она у нас будет просто вареная. У нас не будет свеклы, она у нас будет вареная. У нас картофель весь сварится. Поэтому здесь оставляют весь этот сорняк. Допустим, когда нужно будет выкапывать, можно скосить. Потом все выкапывать. Так же, как и картошку, и морковку, и свеклу. Козявочка. Ест. Так что я думаю, я все объяснила. Это раз. Два. Никакой нормальный человек, который уважает себя и переживает за свое здоровье, под 50-градусную жару на огород не пойдет. Вечером у нас такая духота, плюс 26. Ну, у нас хоздвор, у нас хозяйство, и поэтому нам просто тоже было бы не до огорода. Самое главное, растет все, у нас есть урожай, все хорошо, мы не жалуемся. Взяли яйца. Сейчас пойдем завтра готовить. Всех уже покормили. Все отлично. Все сыты, все довольны. Вот так, да. Вот как мы довольны. Мы вот так довольны. Вот. Да. Козявочка, скажи всем привет. Всем хорошего настроения. Мирного неба над головой. А у нас погода... По крайней мере, наших животных не радует.
животные тяжело дышат, меняем воду через каждый час. А кто там хвостиком виляет? А кто там хвостиком виляет? Чтобы была вода холодная. Да, ты там спряталась где-то? Черничка, ты где там? Господи, уже не знаю, как ее все по-разному зовут. Еще немного добавлю, пока не забыла, пока помню. И еще, это я одевала маску, хожу в огород, сейчас у нас амброзия начинает цвести, поэтому вот стараюсь с маской ходить, потому что очень-очень опасно. По поводу террасы, пишут многие, бедная мама, мы террасу делаем по возможности, когда у нас есть время. Мама сказала, хотите строите, хотите не строите, это ваше дело, мне ничего не мешает, все нормально, так что не переживайте. В свое время терраса достроится, а у нас животные на первом месте, естественно. Вот, видите, даже она поддакивает. Ну что ты, моя девочка, жарко тебе, жарко. О, ветерочек такой хорошенький поднялся, но он горячий. Но ветерок есть. Так что всем привет. Начнем вместе с вами наш новый день. В Ленинградскую, там посмотрю столбы эти, брус, короче говоря, квадратный. Вот. Надеюсь, там он будет в наличии и будут подходящие размеры. Поеду туда сейчас.
ли, мне кажется, только когда он был новый, он был легче. Верного коня. Приехал в Ленинградскую. База, которая всегда выручала, в этот раз не выручила, говорит, нету. Остался один, и то надо 100 на 100, 10 на 10, грубо говоря. А здесь получает 10 на 15, и он один только. И тоже не вариант. Говорит, нету. Зато виноград этот хороший есть. Я говорю, не, виноград не надо. И здесь нету. И даже на заказ нету. Поэтому плохо жить в столице. И нету. Сказали, единственное, где вы можете посмотреть, там. А я говорю, а там нету, тогда больше, говорит, нигде. У нас сейчас должны приехать к нам. И вот эти вот яйца на продажу. Так, здесь у нас кохинхины и кукушки. 100 рублей за яйцо. Породистый куль. Вот так вот. И еще заказ на 20 штук. Руш собрался в плавание. Далеко, надолго? Мы хоть знали бы. Готов ко всему. Да, понятно. Да. Вдруг придется в плавь уходить. Хорошо, хоть качелю снял, а то бы сейчас сгорело. Ну, понятное дело. Такой глупый, что ли. Патрик, Максик, вас теперь лучше видно, да? Патриот! Эти все подходят к ним, это. Индюки лишь туда голову не засунули. Ну, я обратил внимание, у Макса нет агрессии, как бы он так лежит, либо он просто хитрец. Выжидает. Хитрец, конечно, еще тот хитрец. Ну, Патриот, а ты что там копаешь опять? Патриот, что копаешь? Подход и дальше копает. Копать. Смотри, что копает там. Ямы копает. Видел, наяривает. Хлебом не корми, дай покопать. Я поставлю сейчас сюда парус белый. И будем с тобой в сторону моря. Угу. В путешествие, да, поплывем? Да, по сосыке. Ладно, только по сосыке? Ну, значит, ненадолго, короче, это. Ребят, мы уезжаем, уплываем. Почему ненадолго? Но она же не такая длинная. До Азовского моря. Сосыка до Азовского моря идет? Азовское море впадает. Серьезно? Да. Дядь Коля сказал? Я знаю, я смотрел по карте. А-а-а. Все реки, которые у нас в этом районе, Чубас, ага. Тихонька, Ея, Сосыка, кто еще есть, Бельсук, они все впадают в Азовское море. И раньше Сосыка, она была судоходная река. Почему назвали ее Сосыка? Когда по этой реке ходили вот именно турки через Азовское море, и все вот эти тюркоговорящие племена ходили по этой реке. А река, вот наша река, она имела такой запах, богатая была сероводородом. Вот. И ее называли с тюркского языка сосык, это вонючий. Вот, поэтому как она пахла сероводородом, поэтому звали вонючкой. И так пахло сосыка. История. А это для чего? Ступеньки какие-то? Да, это если, допустим, лодка вот так накренится, как Титаник, чтобы можно было наверх залезть. Лесенка. Ты что, это просто это? Чтобы она вот так не сложилась. Связка, стяжка, да, или как называется? Да, стяжка, связка. Стяжка слов, связка пола. Не пойдет.
старые доски все сгнили. Меняю на новые. Будет как новая. Как назвать? Лодку. Диана и Руша. Так я напишу сбоку. Я точно не украду. Я тут спасаю Колиус. Сделала такую вот яму. Такую вот ложбинку, чтобы вода не разливалась нигде. И буду заливать. Оказывается, его нужно первый месяц прям тщательно заливать. Чтобы стояла прям вот так вот вода. Спасаем. Нужно спасать. Спасибо большое, кто подсказывает, потому что кто-то с этим имеет дело, кто-то хорошо знает, разбирается, а вот кто-то не очень, как я, например. Да, Нэнсик? Нэнси, красавица! Кс-кс-кс-кс-кс. Нэнси, хватит уже мыться. Постоянно и моешься, и моешься. Нэнси у нас чистенькая. Мы ее капаем, закапываем, да? Скажи, я чистая. Меня обрабатывают. Мыться мы не любим. Воду только видит, как сумасшедшая, убегает. Да, Нэнси? Скажи, не люблю воду. Не люблю. Вот так вот. Все, сказали, чтобы вода стояла. Сейчас еще немножко залью вот эту всю воду. Вот так вот. И все. Нэнси, будешь купаться? Нет, не будет. Все, первая партия пошла, да, отсюда? Прощаемся с огурцами. Сейчас я их хочу убрать, а новые посеять. Прям в грунт? Да, прям в грунт посею. И дай бог, что они у нас... Что они у нас будут еще? Да, будут по-любому. Сейчас температура так немножко упадет. Немножко, но у нас огурчики еще будут. А эти уже все. Кстати, по поводу того, что тем обрызгать, этим это попрыскать, я больше вот этим делом заниматься не хочу. Если болеет, то все. Выдергиваем. Вторая новая, да? Потом это химия питаться, я не хочу просто. Ну, с таким же успехом можно пойти и он купить в магазине и все. Зачем тогда вот этим заниматься, на это время тратить? А потом химию такую есть. Так мало что химия есть, так ты же когда брызгаешь, тоже дышишь.
конечно, не буду больше просто. Вон, можно этим мылом, дегтярным. Таким еще можно. Вот, органическим вот этим. Оно мало что, допустим, там ты дышишь, оно же на одежду оседает, на тело оседает, через поры впитывается в организм. Я же разговаривала здесь с одной женщиной, она говорила, что она даже сажает без вот этой отравы. А зачем, говорит, потом мы эту химию будем есть. Ну посадила, говорит, я 10 кустов, но выжила 7 из них. Выжила. Угу. Пусть будет поменьше, выживает, но зато это все натуральное. Экопродукт. Да, все, хватит. Надоело. Надоело все. Все вырываю, надоело, все. Избавляемся. Долой. Долой огурцы, все долой. Я раньше думала, что тля переходит на помидоры. Оказывается, помидоры... Помидоры свои богачки. А я вот не знала. Спасибо большое, кто подсказывает. У нас в этом году что-то богомолов развелось, блин. Тьма тьмущая, блин. Богомолов? Угу. Прям вообще их дофига. Если до этого я их крайне редко видел, сейчас вон малышей столько, блин, встречается, этих богомолов. Улиток, блин, в этом году тьма тьмущая, блин. Как меняется все. Казнички, да? Да. Ну, зайди сюда. Не, не хочу. Постой со мной. Я люблю баню, но не настолько. О, я уже все не могу, я уже сама. Я не знаю, насколько сейчас меня здесь хватит. Держись. Держусь. Осталось буквально еще 8 кустов. 8? 7. Держи огурчик. Ты чего? Что ж ты так? Да он плохой. Да я знаю, что плохой, поэтому я его не поймал. Я знала, что ты просто не поймаешь. Нет, ты знала, что я увижу, что он плохой, и я его не поймаю. Если бы он был хороший, я бы тебе его не бросила. Он уже все. Вот индики облюбовали твои цветы. Я видела, блин. Особенно бархатцы. Там, вот, смотрю, и куры подключились к ним. Вот этот вот, что, который гад летает, он их тоже может забрать? Этих уже нет. А вот у тебя-то уже таскает. Может, их это, куст двора? Двоих не хватает уже. А? Двоих не хватает. Все-таки не хватает? Ну, либо коты. Мне кажется, коты рисуют. Ну, либо другой вариант, они залезли к Машке, и Машка их это... Ну, ужасы ты рассказываешь. Это называется естественный отбор. Это называется ужасы деревни. Да. Так, огурец хороший. Лови. Я тебе доверяю. Ну, молодец. Поймал? Ага. И сюда. А ты попробуй поймать огурец, блин, смотря в камеру. А я поймал. Ну, как-то так. Вот здесь такие вот луночки. Глубоко я не стала сажать, сеять, сажать. Посмотрим. Что взойдет, то взойдет, то наше. Что не взойдет, то и не надо. Значит, не наше. Так, вот такие вот я сеяла огурцы. У меня как раз здесь ушла вся пачка. Я не знаю, сколько там штук. Ну, по две штуки я высаживала. Здесь земля у меня влажная. Эти огурчики я сеяла семенами в стаканчике. Вот пересадила. Остальные, что взошли, у меня индюки попереломали все.
жопу бы им надрать, этим индюкам. Уже не могу с ними. Что такое? За безобразие какое-то. Вообще, реально, безобразие. Посмотрите, какие помидоры стоят. Вот такие помидорки. Стой, вот. Ты взял амброзию, будешь идти им, я думаю, да будешь я идти хочу, махать ей. Хотел я ее сюда загнать, а они не хотят. Кто, индюки? Да. Гаденыши маленькие. Они мне тут вот весь бархатец сожрали. А, они просто решили покачаться на качели немного. Им тут веселее, конечно, тут везде полазить можно. Что им в хоздворе делать? Они вон, кто на качели качается, кто на машинках катается. Им тут весело. Кто цветы мои объедает. И травки, и клевер, и все. Так, к пацанам не ходим. Голову туда засунете и без головы останетесь. Вы поняли меня? Они вон уже сидят. Один в будке. Ну да, вдвоем веселее качаться. Карусель, карусель. Да. Когда у нас качели стояла здесь, они на качели качались и по лавке ходили. Сядешь утром на лавочку кофе пить, и они рядом садятся и заглядывают на тебя. Попьёшь, типа, да, типа, что ты здесь делаешь? Это моя лавка. Надо интересная птица. Ну, им здесь не место, да. Они уже подросли. Единственный плюс, что у них здесь сарай, они уже его знают, и они уже к вечеру туда сами забегают. Дождик пошел, они уже туда забегают. А там куда они будут забегать, Рушан? Нет. Так, смотри, что творит. Смотри, что творит, а? Патриот ушел место! Макс, когда мы здесь, он вообще не выходит. Опа. Не пойдут они туда. Патриот! Патриот! А у нас сегодня здесь Павиловка. Так, здесь у нас есть терн. Это наш терн, который растет у нас около реки, в конце огорода. И вот такая вот есть слива. И терн. Буду делать компоты. Это слива? Алча. 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 Блин, а вот то, что такая вот мягкая, мне кажется, не пойдет. Она уже что-то немножко не очень.
такая вот хорошая. Пять баночек. Решила сделать 5 пока. Компот у нас хорошо уходит зимой. Но я хочу еще и варить, так как на заморозке тоже всего полно. Варить зимой компоты тоже можно. Вот мягко ее можно съесть. И терн. Еще, кстати, с одного терна тоже очень вкусный компот получается. Надо будет еще с одного терна сделать компот. Руш, ты же пил? Да. С одного терна. Тебе понравился? Очень вкусный. Еще с одной вишни вкусный компот. Но в этом году вишни... С вишней я не очень. Вот, а я... Нет, наоборот же сладкий. Компот с вишней, Руш. С терна все-таки вкуснее. Слаще. Слива, она кисловатая. Ну, не знаю. Мне с вишней. Просто с одной вишней нравится. Очень. Я накручу с одним терном. В этом году с ягодой плохо. Угу. Интересно, терн с яблоком вкусно будет? Хотя бы яблочко одно добавить. Терн, ну, допустим, и яблочко. Я думаю, нормально будет. Терн свое дело сделает. Я думаю, яблоко не испортит. И здесь так вот потихонечку укутываем. У нас уже здесь какая банка? Давай поднимай. Четвертая, наверное. Я не буду всем там показывать. Там вот банка. И вот так под одеяло. Заливаю просто сиропом. И все. И пусть стоит. Вот так вот. Просто сироп. Сейчас вода закипит. Сахар потом еще покипит. И потом просто сиропом заливаем. Банка стерилизована. Крышки прокипятили. Заливаем, закрываем и под одеяло до остывания. Он потемнеет от терна. Или это... Нет, терн тоже темнеет. Сейчас он лопнет и. Да, я не стану прокалывать, потому что он сам. Сам лопается. Сам лопается. И заключительная баночка. Последняя. Не, итого... заключительная. Итого последняя 5. Будет это, когда все ягод не останется, да. А деревья листья будут, да? Угу, листва осыпется. Да, можно сказать, последнее. О, лопнул. Пошел. Называется пошла жара. Да. Называется здесь 30, на улице 30. Почему здесь 30? Здесь мы сейчас под кондиционером. Ну, в плане возле плиты-то, возле плиты. Ну, возле плиты, может, 30. Все равно как бы жарковато. Закрываем. Кстати, кто у вас закрывает банки? Кто сам их закрывает? Не знаю, у меня мама никогда сама не закрывала, всегда папа закрывал. У меня мама сама закрывала. И папа закрывал. И мама закрывала. Ну, когда папа дома, папа закрывал. Папы нету, мама закрывала. Не знаю, трехлитровую банку, блин, все-таки. Должен мужчина закрывать, чтобы проверить там, не проверить. Чтобы в случае, если она плохо что-то, было возможность удержать, не испугаться, не пересраться.
сюда собрали. Чё хулиганим? На, смотри. Сено, держи. Иди сюда тоже. Идем, красавица. Вот. На, сено. Ешьте. Сказали, что уши у них как тряпочки. У вас уши как тряпочки, да? Тряпочки. Держите, вот еще сено. Смотри. Ну, держи. Че вы такие крикливые, а? У кого из наших подписчиков есть козы, напишите. Интересно. И обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочки есть в описании под видео и в закрепленном комментарии. Да? У нас там много интересной информации, фотографий. Ой, уши наши, уши. Я только отошла от них. Да я говорю, от них только отошла, они начали. Ау-а. Заходь. Пилот, в огород мы не ходим. Все. Ничего не знаю, он убежал. Ой, свеженькое какое сено. Ну-ка, давайте, девчонки. Я что такое? Чем ты недовольна опять? Всем? Куда он там удрал? Вот. Удрал, пошел и побежал дальше. Ну-ка, давай, сильней, сильней. Домой. Не, подожди. Давай, бегом. Давай. Бегом. Давай, пилот. Громче, Руж, громче. Бегом, иди сюда. Не, что-то на него не действует сегодня. Так обычно мы шумим. Ну-ка, иди сюда. Он боится и бежит. А ты где там уже? Вот так правильно, да. Вот так. Ой, хулиганище. А кто такой хулиган? Сегодня очень жарко, и мы сегодня 100 раз на день переоделись, да? Вкусно тебе, красавица? Вкусно, девочка? А у них есть еще реснички. Наверху у нее, главное, черные, а снизу светлые. Ты такая красивая девочка. Ой, головой бьется. Красивая очень. И хрустим. Хрус-хрус. Это люцерна? Ну-ка, у тебя какие ресницы? А у тебя черные все. А у нее светлые. А сверху черненькие. Да, вот тут сверху темненькие. Хрюсь. Вот как вкусно. Ой, как вкусно. Устала. Все, пошла. Опа, уже. По заказу мужа готовлю тушеную картошку. Мясо я уже потушила, обжарила. Добавляю лук. Боялась, мясо сгорит. Только начала мясо обжаривать, добавила масло. И тут поступил звонок. Звонит женщина, хочет яйца заказать. 10 в течение недели этой, чтобы мы собрали ей.
на продажу вот эти дорогие яйца, которые. Так вот, она нам, оказывается, уже звонила. Она говорит, я вам звонила, говорит, у вас хотела заказать, а мы должны были в течение этой недели двоим отдать, а у нас не получалось двоим. Мы сказали, кто первый позвонит, там тот заберет. Вот мужчина первый позвонил, вот он забрал. Она сейчас звонит, я говорю, вот только что яйца отдали. Она говорит, это в больницу попала. Гланды вырезали, всю мне историю рассказала. Попросила, говорит, десяток хотя бы наберите, а то курица, говорит, села на пустое гнездо. И обидно, что просто так сидит. Ну, я пообещала, говорю, хорошо, они со Старолеушковской. Я говорю, хорошо, постараемся собрать. Она говорит, хотя бы десяток. Так что яйца хорошо берут, именно вот эти дорогие куры, как мы и планировали. По 100 рублей за яйцо. Все, овощи, картошку, все добавила. И сейчас буду заливать кипятком. И тушить. Любимое блюдо Рушана. Ему нравится. Всегда говорит, картошку давай, пожалуйста, тушеную. Он еще, видите, там вот все это в собственном соку. Это вообще объедение. Пасемся уже за периметром. Давайте, давайте. Только под наблюдением. Чтоб никуда дальше не убежали. Ну чё, домой пойдем? Пойдемте, все, хватит. Давайте, давайте, давайте. Скорей, 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 скорей. До дома, до хаты. Заходим, заходим. Пойдемте. Так, направо не уходим. До дома. Куда рванули? Куда рванули? Вот они все спрятались здесь. Давайте домой. Уже пора, все. К нам дядь Коля пришел. Ну погуляйте, погуляйте еще. Бегайте. Ну вот такая у нас картошка получилась с мясом. Так что всем приятного аппетита. Это самое любимое. Мы будем. Да, я это уже сказала, что Рушан постоянно заказывает мне картошку тушеную с мясом. Так что все, всем приятного аппетита, кто ест. Бон аппетит, приятного аппетита. Выбрались в Леруа Мерлен под вечерок, так, да? Пока без пробок, пока не так сильно жарко. Ну, по поводу пробок я с тобой еще поспорю. Поверь мне, днем они еще сильнее. На градуснике 39. Да, и это вечером. Да, кстати, 39 вечером, а что, баня? Баня. Идем в Леруа Мерлен. Зачем? Зачем мы идем, Руш? За вторым материалом. Сейчас посмотрим. Столбы. У нас же нет столбов. Вот приехали сюда за столбами. Но мы не только за столбами. Мы днем работали, а вот вечером попали сюда. Одним заехали по пути. Все по пути. Строганная 770 рублей одна штука. Угу. И он слишком такой, мне кажется, ты такой толстый хочешь? Я тебе вот такого. Да, вот это нормально, тут слишком. Это не он. Это клей. А вот, вот здесь глянь, вот они есть какие-то брусья. Нет? Нет, это перилы вообще, по идее. Угу. Сейчас надо спросить у продавца.
Он должен вот так лежать. Вот так лежать должен. Угу. А смотри, там, глянь, там дальше еще что-то есть, вон доски всякие. Нет, это другое. Угу. Тоже не то. Тонкие, что ли? Тонкие, а да. Вон дальше толстые. Почему не то? Вот этот разве не то? Нет, он должен быть 10 на 10. Вот такой. Да такой стол. Пойдет. Не, не пойдет. А в чем не пойдет? В чем такой, разница? Если такой бы, я бы мог обычный взять стропила у нас и распустить его. О боже. Но если не будет другого, тогда... Я-то в интернете видел 10 на 10. Ну давай тогда искать, либо спрашивать. Либо вот здесь еще посмотри, Руш, ну здесь вагонка. Ой, смотри. А вот для чего такой? Забор. А, да? Блин, класс, класс, класс. Мне нравится. Еще хотела бы деревянный домик. Жить в деревянном домике. Да, ну... Ребенка. С деревянным забором. Забор. Не среди этого бетона и железа. Да. Да, регион только не тот, где дерево прослужит долго. Что, все-таки не здесь? Сейчас я узнаю. Давай. А вот, глянь. Нет, тоже не то? Это все продается на улице, на строй дворе. Побежали. Уголки будем брать здесь? Ну ты как думаешь, ты знаешь, сколько их надо взять? У нас продаются они? У нас продаются. Давай лучше у нас возьмем. Поехали, брусья только здесь, столбы возьмем, да и все. Что, тележку мы не будем брать? Да, на машине можно заезжать. А, ну здорово, пойдем. Стройдвор. Прикольно они придумали. Думаешь? Заезжаешь за крупным, да. Вот сюда и поехал. Заезжай. А, давай сначала мы заедем в это. Если вопрос будет. Блин, он такой толстый. Нифига себе, столбища будут. Для мини-террасы. А может что-нибудь потоньше, нет? Ну, это? Это, походу, это, по-моему, один... Ну что-то они шестиметровые. А вот это видел трехметровые. Надо спросить тогда. Нашли. Ну, треснутый ты имеешь в виду, они потом разойдутся или что? Нет. А это наоборот, так мне кажется, даже поинтереснее. Но это же дерево. Ну как по-другому? 990 рублей получается брус. Угу. Кстати, вот у нас почему-то подороже, потому что я смотрел на сайте Леруа. 860, по-моему, был. Да. А может, пока мы ехали, он подорожал? Может быть, дорожает же. А-а-а. Прям не успеешь глазом моргнуть. Уже подорожал. Сколько штук нам надо? Нам 3 надо. Они влезут, да? Получается... Да, 3. 3. Угу. На угол и где-то. Да, есть. Да. Они точно влезут нам в машину? Ну, а нам 2.20, мы сейчас им пообрезаем. А-а-а. Ну ты хотя бы на 2.50 обрежь. 2.50, да. 2.50 влезет. Угу. Сейчас надо продавца. Прям смотри, у него какие там трещины прям мощные. Так. Не залезь, да? Все с трещинами. Они потом как, развалятся или что? Они не развалятся, они просто так и останутся. Да пусть. Мы все равно же будем пропускать через рисмус это, простругивать. И? Ну, а не отвалится кусок? Нет. Это вообще будет прикол. А может мы эту фигню срежем?
как раз. Нет, не настолько же, ты что? Да. Вот это не камерная сушка. Если была бы камерная сушка. А чем мы камерную сушку не берем? А дороже много? Очень. Да, спасибо большое. А срез, когда вопрос здесь никак не решили, да? Я просто не знаю, когда будет этот вопрос руководства. Угу. А ножовки нету получше, чем вон там, который лежит? Это все, что есть. Но она подпилит? Честно, нет. Я думаю, вы будете пилить это. До закрытия. Вам проще сходить купить первого инструмента к компилу. Более-менее нормально, чем как то, что там лежит. Надо идти оплачивать, а там уже дальше думать. Так ты сейчас оплатишь, а они нам не влезут. И чем мы с ним, и чем, о чем думать потом? Ну, вот потом надо будет серьезно бегать думать. За ножовкой и это. Купить ножовку? Угу. Рушан, вон он. Не видно, наверное, его уже на машине. А я здесь качу. Сейчас попробую в поворот войти. Вот так работаем мы. Смотри аккуратно, здесь машины. Потому что тот человек, который режет, может уйти. Она говорит, его вообще трудно поймать на месте. Это надо аж в Леруа туда идти, вовнутрь. Что вот такие дела. Thank you.